В Ивановской области пересчитают всех диких зверей. До недавнего времени у службы по охране объектов животного мира была только примерная информация об обитающих на территории региона лосях, кабанах, зайцах и других охотничьих животных. Впервые за время существования ведомства мониторинг перемещения зверей и птицы на территории области будет осуществляться с применением современных информационных технологий. Наконец-то федеральное правительство преодолело методологию учета наших лосей, кабанов, зайцев, белок, которые обитают с помощью навигационных спутниковых систем. То есть создали общую информационную базу, и на сегодняшний день все егеря, которые проводят эти учеты, впервые во всей истории Российской Федерации проводят их с навигаторами. И все это заносится в единую информационную базу. То есть я думаю, что к середине лета мы получим очень интересную информацию в данном направлении.